Здравствуйте, друзья! Я сегодня хотел посмотреть этот такой пылесос, разобрать его. Причина у него в чем? Я его включаю, она не работает. Вот кнопка не работает. Иногда бывает работает, но там с подозрительным звуком. Скорее всего, забит тут этот мотор забит, наверное. Или кнопка, что-то контакт слабый. Сейчас разберем вместе и узнаем, в чем проблема. Вот она так разбирается. Вот здесь у него мусор собирается, он простой, компактный. Для мужчины хороший пылесос. Сейчас возьмем отвертку. У меня здесь отвертка была. Вот здесь надо открутить. Раз винт. Два. Здесь, который я уже открутил, вот лопал уже, это открутил. Дальше. Здесь, который открутим, здесь находится два винта. Вот. Три. Четыре. Нет, ничего. Смотрим. А, здесь еще один есть. Тут, как видите, тоннер сыпется. Тоннер от картриджей. Это черно-белый принтер. Картриджи тоннер сыпется. Вот я его отделил, сейчас посмотрю. Видите, вот такая система у него. Весь тоннер он забитый. Жалко его. Самое главное, работает вот в таком состоянии. Вот так открываем. Смотрите, видите? Весь тоннер. Черный. Здесь тоже страшная картина. Вся черная, забитая. Мне придется его полностью почистить. Так. Как он работает? Черт его знает. Давайте разберем его полностью. Потом почистим. Движение с ним. Сейчас. Кнопка вот. Раз. Вот он у нас, движок. Весь страшный такой, черный. Чудовище, черное чудовище. Наша задача сейчас его очистить полностью от тоннера. Если это возможно. Полностью не знаю, но что-то получится сделать. Постараемся. Сейчас я остановлю видео. Компрессором все почищу, потом вам покажу. Вот я ее почистил. Чем это лучше, оно не получается. Уже тоннер впитался в него. И тряпочкой пробовал. Компрессором сперва. Вот. Это почистили двигатель. Тоже вот как могли почистили. Такое ощущение было, как будто краску на нее щеткой нанесли. Еле отодрали все компрессором и
Отёркой. Кстати, тоже почистил компрессором. Почистил все компрессором. Да. Дальше ничего не буду трогать, потому что он хорошо работал. Из-за того, что забитый был, он шумел. Я даже удивлен, как он так работал. Ну, значит, еще хотел жить. Сейчас я его соберу. Здесь вот такая кнопка была у него. Ну да, так. Дальше. Сюда ставим резину свою. Его ставим сюда. Аккуратненько. Его положение я не помню сейчас. Посмотрим, в каком он положении находится. Если не ошибаюсь, в таком положении находится. Здесь провода идут. Вот так вот. Кнопку установили. Да, вот, да. Вместе есть проводов. Все аккуратно. Вот так мы затолкали провода. Сейчас сверху крышку тоже закроем аккуратненько. Вроде нормально закрыли. Сейчас винты закрыты и включим. Сверху и снизу такие саморезы. Необычные. Вот мы его собрали вместе с вами. Так, открывается контейнер. Вот все. Почистили от тонера. Сейчас включим. Проверим. Вот, розетку включили. Работает, работает. Аккуратно.
Это звук, подозрительный звук. Из-за того, что здесь мочалки были, вот эти мочалки забитые тонером. Я не стал их менять. Они как родные стоят, так пускай стоят. Если что, моросить будет, потом со временем, может, поменяю. Работает как маленький тигр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Всего доброго. До свидания.